морские обитатели. Их максимальная скорость 46 км в час. Их прыжок может составить до 6, а то и 7 метров. Очень дружелюбные создания, живут они большими семьями, от 10 до 100 особей. Знаете, кто главенствует в семье дельфина? Знаете? Самка. Представляете, друзья? Во всей большой этой семье главенствует самка. Есть один интересный нюанс. Когда в семье появляется маленький дельфиненок, вся семья собирается и все...